Перед нами ноутбук HP Pavilion G6. Проблема в нем заключается в следующем. В общем, не работает вентилятор охлаждения. Спустя какое-то время после включения ноутбук уходит в защиту и выключается. Нам необходимо проверить, что с вентилятором, действительно ли это он или нет, и устранить эту проблему. Прежде всего, надо проверить, так ли это. Запустим ноутбук. Итак, без сети он не запускается. Ставим зарядку и попробуем еще раз. Запустили ноутбук, подключив зарядку. Вот такое сообщение выдает компьютер. Жмем Enter. Идет на загрузку. Судя по сообщению, мы уже видим ошибку вентилятора. Но операционная система запускается. Вентилятор не дует вообще. Не работает. При запуске он должен запускаться. Ну что ж, не будем снимать далее, как запускается операционная система, а приступим к разбору и просмотру самого вентилятора. Очередь. Нам нужно разобрать ноутбук, чтобы добраться до системы охлаждения этой машины. Во-первых, снимем аккумулятор, откроем крышку, достанем жесткий диск, оперативную память, открутим крепление клавиатуры, выкрутим все винты по периметру, открутим крепление дисковода, вытащим его. Ну и пока на этом достаточно. Все это показывать я не буду, еще раз повторюсь. Ну что ж, все устройства достали. Отщелкнули жесткий диск, крему или контактную группу, как угодно называйте. Выкрутили по всему периметру шурупы. Также под крышкой шурупы все открутили, отключили память Wi-Fi, достали ее, достали оперативную память, открутили винт крепления клавиатуры. В общем, здесь все откручено. Никакие шурупы не препятствуют тому, чтобы мы могли позже снять крышку. А, также достали дисковод, который крепился вот здесь. Далее открываем, переворачиваем ноутбук, открываем монитор и достаем клавиатуру. Берем плоскую отверточку и поддеваем вот здесь вот все крепления клавиатуры. Далее аккуратненько, не отрывая ее, поднимаем, переворачиваем, отсоединяем шлейф. Клавиатуру можно убрать в сторонку. Далее отсоединяем все шлейфы, которые подсоединены под клавиатурой. Раз, два, три. Вот этот шлейф тоже можно отсоединить. Вот он. Затем откручиваем все винты. Вот еще. И сможем рассоединять уже ноутбук. Откручиваем винт и продолжим. Выкрутили все винты. Их здесь 5 штук оказалось. Отсоединили все шлейфы. Теперь переворачиваем ноутбук и пытаемся разъединить его крышки. Это можно сделать с помощью разного инструмента. Отвертка, конечно, жестко повредит и пластик. Можно какой-нибудь старой кредитной карточкой, любой пластиковой картой, то есть мягким пластиком.
переверну и попробую открыть. Итак. Также еще забыл сказать, открутить винт крепления блока управления питанием ноутбука. Далее. Рассоединяем крышки. Снимается верхняя крышка, а не нижняя. И мы получили доступ к системной плате ноутбука. Отключаем все мешающиеся нам шлейфы. Шлейф монитора. Шлейф питания. Шлейф индикаторов. Здесь еще выкручиваем один винт. Я его уже выкрутил. И когда мы убедились, что больше не осталось никаких винтов, и все шлейфы отключены, мы можем изъять материнскую плату. Или системную. Перевернем ее и получим доступ к системе охлаждения ноутбука. Здесь мы сразу же можем и заменить термопасту, и почистить сам кулер. И увидели, почему не работает вентилятор. Да потому что он просто-напросто отключен. Возможно, было вмешательство посторонних лиц сюда, и они забыли при сборке подключить вентилятор. Скорее всего, я думаю, что это было так. Меняли термопасту. Поменяв термопасту, собрали все в обратной последовательности. А вот вентилятор подключить забыли. Отсюда вся и проблема. Также видно, что вентилятор чистый, так что моя теория, скорее всего, верна. Подключаем на место 4-пиновый разъем вентилятора хорошенечко. И собираем все в обратной последовательности. Подключаем все шлейфы, закручиваем все шурупы и проверим результат. Еще раз повторюсь, я не буду показывать сборку и разборку ноутбука, так как не это цель. И в заключение хотелось бы сказать то, что нужно быть очень внимательным. Если вы уж решили самостоятельно разбирать ноутбук, то нужно быть крайне аккуратным, крайне внимательным и собирать все в обратной последовательности верно, не забывая подключать шлейфы. Ноутбук собран в обратной последовательности, подключена зарядка, произведен запуск. Слышу, как работает вентилятор, то есть проблема была всего лишь навсего в том, что забыли подключить при сборке шлейф, контактную группу вентилятора. Таким образом, ремонт ноутбука HP Pavilion G6 закончен. Спасибо за внимание.